Если срок, то в Думе, если зона, то офшорная. Вот такую шутку на мед не услышал. Народ придумал как лозунг для российских коррупционеров, чиновников в первую очередь. Меня зовут Александр Романенко, в соцсетях меня больше знают под именем «Хореальная журналистика», и я решил немного поработать в интересах родного города, в котором родился, речь о Екатеринбурге, где уровень коррупции и пофигизма зашкаливает просто. Отныне еженедельно на канале Крик ТВ, а в интернет-пространстве на моем втором канале Real Russian News в эфир начнет выходить проект «Открытая студия». Это интерактивная программа, и в ней я собираюсь поднимать реальные проблемы своих земляков, а не толкать фуфло, которым кормят людей. Мои как будто бы коллеги-двадцатитысячники, я сейчас о размере подачки, за которую пропагандисты сливают мой город каким-то хапугам. Записывай. Каждый понедельник в 16 по Москве или в 18 по екатеринбургскому времени прямой эфир открытой студии. Я буду тебя там ждать. У нас все по-взрослому.